Весна – самое прекрасное время года. После долгой, холодной и морозной зимы у природы и у человека словно открывается новая возможность жить. Не успеет растаять снег, как земля преображается. Сначала мокрая и грязная, а потом постепенно высыхает. Пригревает солнце, в воздухе пахнет весною, настроение улучшается. Мы решили узнать, как наши горожане встретили весну и что они ожидают. Чем для вас примечательна весна 2011? Ну, то, что она не такая, как и прошлогодние весны. Более теплая, не знаю, мне больше нравится. Ну, во-первых, теплая погода, конечно. Новые какие-то ощущения, наверное. Все по-новому, конечно, в новом году. Наверное, тем, что оно наконец-то началось. Солнце, хорошая погода, хорошее настроение, соответственно. Немножко затянулось, так, просто тепло. Много знаменательных дат, которые люди это встречают. А также сейчас как бы весенний праздник в виде, как бы в России Масленица, а здесь Мерцишор. И я поздравляю всех женщин с 8 марта и желаю им крепкого здоровья, счастья, чтобы их все мечты сбылись. А что вы ждете от этой весны? Только лучше. Самое лучшее, чтобы наш город в этой весной был все прекраснее, прекраснее расцветал с каждым днем, с каждым годом. Конечно, хорошего и лучшего. Лучших изменений в лучшую сторону. Ну, не знаю. Наверное, как любая женщина. Тихого семейного счастья, здоровья своих детей, близких. Ну, естественно, работы. Но главное, мы ждем вот этой весны, чтобы было спокойствие в мире и также в наших здесь пределах Приднестровья. А какой ваш любимый весенний праздник? 8 марта. Мой любимый? Ну, у меня, во-первых, день рождения весной. Конечно, и приятно женщин поздравить с 8 марта. Вот так вот. 1 мая. 8 марта. Все женщины в этот день самые счастливые на свете. Каждому человеку приходит своя весна. Это не только пора пробуждения природы, пробуждения ее после зимней спячки, но и пора любви, цветения души, радости и надежды, что мы и желаем всем. Алена Бухаткина, Александр Никифоров, Днестр ТВ.